And I met you in the summer. And I came to your town. We fell in love. And we burned it to the ground. And we could be together, baby. Be together. But I gotta leave soon. I gotta leave soon. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Элина. Сегодня у нас будет хол видео. Я сегодня вещаю из гостей, из города Попендрехт или Папендрехт, я не помню. Вот, сейчас покажу, что купила за недавнее время. В основном это были не очень дорогие покупки, и одна покупка дорогая, так что я ее покажу в финале этого видео. Давайте начнем. Итак, я вам говорила, что мне много всего должно прийти с Алиэкспресса. Пока пришла только одна вещь, это платье. На самом деле хорошее платье, хорошего качества. Если не забуду, ставлю вам на него ссылку. Низ идет обычный такой вот просто бархатное платье без бретелек. И вся красота идет наверху. Надеюсь, кстати, я говорю достаточно громко, потому что не хочу орать. Плюс я, конечно же, кашляю, как всегда. Вот, а верх идет вот такой, я вам, короче, засниму, как это смотрится, кстати. У меня хена отпечаталась на руке. Вот, здесь такие интересные идут, я не знаю, как сказать, не рукава, погоны или что-то вроде того. Очень хорошее платье, в плане качества красиво смотрится, не знаю, как будут носки, потому что, возможно, эти рукава будут сваливаться, потому что они ни на чем не крепятся. Вот, как бы должны в теории лежать на плече, но я думаю, движения не могут сползать, поэтому посмотрим. Но само по себе платье красивое и качественное. Кстати, опять же, извиняюсь за качество, потому что снимаю аж на фронтальную камеру айфона, потому что опять оставила свой фотоаппарат профессиональный в Чехии. Вот, потому что он у меня уже не вмещался. Так что вот. А далее будут покупочки из Primark. Моего любимого, которого теперь нигде нету, ни в Чехии, ни в Польше его не было. Я по нему дико тосковала. Поэтому, когда приехала в Амстердам, пошла в Primark и купила вот такую вот блузочку. Очень нежненькая. Хотя я по жизни, в принципе, горох не люблю, но почему-то я стала его покупать. White girl, but the curves are crazy, and she up all night like Adderall. She like sushi too, we compatible, and these other guys average, so they mad, you know, 'cause I'm ill like a dragon roll. Got cover girls. А далее такие очки. Я, кстати, заметила, что у моего африканского друга, по-моему, такие же очки из прошлого видео. Вот квадратные. У меня, по-моему, еще даже никогда не было квадратных очков, по крайней мере, давно точно не было. И, по-моему, они дико прикольно смотрятся. Может быть, не с этим аутфитом или не с этой помадой, но, в принципе, красиво. Напишите, как вам. Далее. Я купила дико модные велосипедки, надеюсь. Смотрела, плевалась на велосипедки короткие, которые сейчас в моде. И все-таки тоже купила, причем в детском отделе, причем с Кока-Колой. Хотела черные просто, но не нашла. Поэтому взяла такие. В принципе, цвета тоже модные. Белый, черный, красный. Все стандартно. Причем на 14-15 лет мне были большие, поэтому я взяла на 13-14, кажется, лет. И все равно даже большеватые, можно было еще меньше взять. И вот такой вот топик в праймерке. Всего 3 евро стоил, но он очень красиво сидит. Он, во-первых, очень красиво на мне смотрится, но не с этим макияжем. Вот. Очень красиво смотрится грудь, красивый цвет. На лето прям самое то. И косметосик. Косметосика было немного, и такой тоже был бюджетненький, потому что мой корейский крем, который я вам показывала, я решила пока его не тратить, потому что у меня высыпание, я так не могу понять до конца, на что высыпание. Я подумала, возможно, все-таки на корейский крем, потому что сейчас ту-ту-ту вроде их стало меньше, у меня даже на шее как бы были прыщики, и есть до сих пор остатки, но ладно. Вот, поэтому взяла просто какое-то на время пока крем, на самом деле мне он нравится. Glow Day Cream мой от Stephanie Gissinger. Я не знаю, где его еще продают. Я покупала в Чехии в Диэме.
Он стоил что-то, по-моему, евро 8, получается, на евро, если. Вот. И у него хороший очень рейтинг, 5 звезд в интернете. Мне очень нравится запах, такой какой-то нежный, слегка даже мужской, что ли, что-то в нем есть. Вот. Не скажу, что он какой-то сверх офигительный, но просто приятный. И купила совершенно случайно вот такой тональник, потому что ко мне приезжала Олечка, и у нее на коже он офигительно смотрелся. Я спросила, что за тональник. Она говорит, это Essence всего за 4 евро. Точнее, она сказала, за 2 евро, но перепутала. Короче, ладно, за 4. Вот, но хочу сказать, что на моей коже он не настолько круто смотрится сегодня, он на мне, кстати, вот. Ну, как бы обычно. Я считаю, он больше подходит для кожи, которая... с мелкими порами, у кого почти пор не видно, у кого более, наверное, сухая кожа, вот он на ней смотрится очень круто, это мусс в оттенке 01 Matte Sand. Вот он матовый, но на моей коже он смотрится обычно, не скажу, что плохой, как бы, но ничего такого сверхъестественного. В принципе, тональник неплохой, вот, всего 4 евро. Я взяла просто пробовать, потому что у Оли он очень действительно красиво смотрелся на коже, но на моей коже он настолько же необычно все-таки не смотрится, настолько же красиво, а у нее прямо смотрелся как эффект фотошоп. Вот она моя брендовая вещь. Когда мы были в Амстердаме, тоже я зашла в магазин, в который я всегда захожу просто так, грубо говоря, да, шары попучить, посмотреть, что там продается, потому что там всегда продается одежда такая, продается в стиле Филиппа Киркорова, всякая брендовая, там Versace, Gucci и так далее, там очки по 1000 евро, очень красивые все в стразах, камнях и так далее. Вот, я увидела пиджак тоже в камнях, в стразах, который раньше стоил... 1200 евро, и сейчас он был по 200, чтобы вы понимали, просто была такая дикая скидка, что было сложно его хотя бы не примерить. Этот бренд называется Раиса и Ванесса, я еще подумала, я такой бренд не знаю, и размер, кстати, как раз-таки только был один мой, там, по-моему, вообще все в одном экземпляре продается, или практически все, так вот, и... Я посмотрела, пока была в магазине, на этот сайт ихний, и увидела, что там было платье, как у Тейлор Свифт. Я реально потом проверила, и реально Тейлор Свифт была на Грэмми. Грэммис, кажется. Вот, как раз платье этого бренда. Так что я подумала, если Тейлор Свифт могёт, значит, я тоже не хуже ее. Все-таки решила купить этот пиджачок. Покажу, вот, как на мне смотрится. Он единственный идет такой более как мужского типа. Он не приталенный, не удлиненный такой. Классический мужской пиджак, но весь в стразах, и очень тяжелые стразики, камешки. Вот, мне кажется, несколько килограмм, наверное, килограмма 3, может, весит. Очень тяжелый, пока я его тащила вот в такой упаковке, в пакете, у меня просто отваливались руки. Everybody's listening now, but we got nothing to lose. When I met you in the summer. Но если я не ошибаюсь, это все покупки, которые я за недавнее время сделала. Так что, да, еще раз извиняюсь за качество видео, надеюсь, что не настолько все ужасно. Да пока как-то так. Потому что камеру я оставила. Не знаю, когда еще она у меня теперь будет. Вот. Ну и да, всем крутых покупочек. Напишите, что вам понравилось больше всего. И до следующего видео.